Мозырщина – уникальный регион. Входит в список 11 городов с ускоренным социально-экономическим развитием. Широко представлены промышленность, сельское хозяйство. Плюс ко всему невероятной красоты природные ландшафты – горы и овраги. Город над Припятью – бренд Гомельской области. Человек все больше захватывает среду обитания, однако это должно происходить с наименьшим негативным влиянием на экологию. Именно на это сделал упор во время визита в Мозырь заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут. Работая уже долгое время на разных должностях, посещая тот же самый Мозырь, Мозырьский опытный лесхоз, другие предприятия, надо сказать, что развитие Мозыря идет с экологической точки зрения. На встрече первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Корбута с заместителем председателя Мозырского райисполкома Дмитрием Миллером были затронуты проблемные экологические темы, характерные для региона, а также обозначены пути решения. Ликвидация мини-полигонов с мусором, ход необходимых работ в городском коллекторе канализационной системы, а также схему по озеленению, которая сейчас в процессе разработки. Было отмечено, что также важно прививать у населения бережное отношение к окружающей среде, в том числе и с обращением с бытовыми отходами. Надо сказать, что достижения есть на сегодняшний день. Благодаря совместной работе с местными органами власти, я думаю, что население видит, что порядок на земле поддерживается, не только поддерживается, но и улучшается. Появляются новые места отдыха, появляется больше озелененных территорий. Благодаря совместной работе тот же самый воздух становится более качественным, уменьшается объем выбросов. Ну, понятно, что есть какие-то определенные моменты, где-то не дорабатываем и мы, наверное, потому что несанкционированные свалки, которые мы сами организовываем, конечно, это бич в целом для республики, потому что человек осуществляет строительство жилого дома, но поэтому что-то считает, что он может поступить по-своему, вывести строительный мусор куда-то во враг, в лес или возле речки какой-то. Ну, понятно, что это вызывает недовольство населения, но и мы с этим тоже боремся, поэтому привлекаем таких граждан, наказываем административно штрафами. Александр Корбут отметил, мозыряне живут в уникальном месте. Город расположен прямо в ландшафтном заказнике на берегу реки. Беречь и ценить то, что дано природой, чтобы оставить потомкам – одна из важных задач. Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».